Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. В эфире Рэй и Эллинойс. Так что, ребятушки, сегодня будет небольшая серия именно по ней. Ну что ж, поехали. Подключайтесь, Илюша, к эфиру, не стесняйтесь. Хорошо, присоединяюсь. Ребят, всем привет. Так, ну что, Лех, готов? Я готов, да, я, наверное, пока сыграю за Жиробасика. Я так понимаю, что... наши подписчики не знают, что мы сегодня играем. Они нас не увидят. Подожди, я подарок заберу. У нас, у нас тут какие-то подарки. Какие-то. Которые я не могу... А, вот-вот. Удвоители жетонов. А ты, кстати, не забираешь их? Забираю, но у меня сейчас подарков никаких. Плохо. Плохо, что у тебя никаких подарков. Так, я поставлю... Наверное, я все-таки Джесси. Отдам ей очки силы. И... Давай. 210 давай. Очков сил. Ну что? Все, я готов. Я готов. Ты тоже готов? Поехали. Давай, захват кристаллов, поехали. Да, играем пока. По стандарту. Все. С нами Владимир. Владимир, погнали. Высок. Так, угу. Хорошо. Поля. Ё-моё, засмотрелся. Бывает такое, бывает, в жизни. Бывает. А ты чё, ты взял 8-биточку, что ли? Да, я за 8-биточку. Слушай, играю. Опять что-то какие-то... У тебя не было сейчас разрыва? Не было. Нет, не бывает было. Такое. Твою ж налево. Я все. Сейчас, я подожди. Нита. Слушай, так. Владимир что-то как-то где-то сзади там постоянно. Владимир стесняет. Выкуривает. Владимир очень стесняется, он скромный человек. Бери, забирай вот эти геймы. Сможешь забрать, нет? Ой, подожди, нет, они центр оккупировали. Слушай, я как деревянный играю, если честно. Я еще, бывает. Видимо, не разошелся. Не, сейчас соберемся. Лёх, хорош. Ой, красавчик вообще, просто какой, лица развалил. Красавчик, ёптит. Давай, забирай вот эти... Гемы там лежат. Ай, подожди. Ай, на возик. Возик, я атакую здесь. Блин, да что ж такое-то? Лёха, давай. Да как хил, давай, мне... Я не могу. Мне тут говно собачье прижучило. Вот он. Хорош, Лёх. Я забрал. Эй! Блядь, заберите гемы. Берем. Только не подставляйтесь, ребята. Не подставляемся, стараемся. Пошел. Так, пошел лица разваливать. Хорош. Слушай, меня тут охуенно оттачат, блядь. Подожди, меня тут тоже неплохо прижимают. Ебальник-то размазал я, нормально все. Так. Хотят подорвать, говнюки. Забирай, Эллинойс, бери. Нет, они там. Это мы халяву им подарили. Это, блять, халява. Сейчас, подожди. Да чё ждать-то, уже время, как всегда. Нет, это время. Блять, меня разнесли. Не получилось. Ой. Владимир, да. Что он там делает? Я, по-моему, куда-то залез, блин. Пипец. Не, ну, Валочка там пытался, пыхтел там что-то такое. Но... Не знаю, что он там пыхтел, блин. Кальянс. Так, я, короче, возьму сейчас, поменяю героя, возьму Джесси. Джессику, ну давай. Поехали. Ладно. Я готов. Потому что... Поехали. Разворачивать лицо вблизи что-то мне как-то поднадоело. Хочу издалека. Так, у них там кто? Я не рассмотрел, если честно. Ну там этот, Пока и Розочка. И Рока. Ух, ебать. О, Пока, я вижу, молодец. А, у них гейпик. Два танка и этот. И какой голод. Голодранец это, ёпт. Я опять засмотрелся. Я засмотрелся на кого-то из вас и потерял. Сам себя.
что это за это? Слушай, это моя штука. Не пидора команда это, как там? Эпик, я говорю. Пидора команда. Полупидарки, короче. Ну да, да. Она же, да? В попку ужаленные, да? Гандоны штопанные. Так, ладно, хорош. Давай, давай, малорик, малорик по красоте. Так, гномик. А, что я говорю, как будто он меня слышит. Как будто он меня слышит, блин. Усиливает. У тебя сильнее атака становится, если ты находишься в этой зоне. Вот именно водой. Так, что, пойдем отсюда? Гема у нас собрана, и все. Вот, еще прибавочка тут. О, отлично. Все, идите сюда. Стоим. Все, сейчас держим. Держимся, сейчас они через портал полезут сюда. А, тут портал, оказывается. Да. Творим такие прям. Сунуться решили сюда. Ну варюги. И это сюда. Зря. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо, не боись. Все под контролем. Иди сюда. Ты, Майк Тайсон. Все, отлично. А что это такая за территория, вот это вот? Что это у тебя? Она усиливает атаку. А, ну так еще. И хорошечно, все. Ребятулечки, наконец-то первая победа. Ну ты, ё-моё, фаворит. Прям все дела. Да вы чё. Отлично. Так, поехали еще? Конечно, конечно, что ты спрашиваешь-то еще? Че, вместе с ним? Чумай. Да, нет, да он, нет, вышел, он вышел, он вышел. Он слабое звено. Нет, нормально он тут своей этой киркой махал, блин. А че, у нас розочка, нормально. А че, тебе нравится розочка? Ну, она неплохая, вполне. Слушай, это, я так понимаю, в этот портал, если запрыгиваешь, ты оказываешься на их территории, да? Там. Ну, куда там уже портал выводит? А, пушку свою влепил. Слушай, что за. Что за дерьмо? А где этот-то, блин? Розочка-то твоя, блин. Он в портале там тусует. Вон, молодец. Опа! Вот это говно собачье сидело в кустах, прикинь. Какое? А. Да вот этот вот, сбитый, блин. Это просто она. Стоял в кустах паршивый хлыщ, блин. Так, тихо, тихо. Так, немножко постреляем здесь. Вот так. Стреляли, ё-моё. Так, 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 розочка хороша. Вот видишь, нормальная розочка, видишь, ворвалась. Не вижу ни шиша вообще. Да почему? 9 кристаллов она забрала. Молодец. Нам бы еще бы один бы зацепить. А сейчас попробуем. Отойди, отойди, куда прет? Так, с двух сторон, хорошо, мы сейчас... Сейчас, подожди, не подставляемся. Я попробую забрать этот гем. Вот он. Нифига не вышло. Не пускай. А, блин, розочка, главное, чтобы не лезла. Да, розочка, ну, розочка тоже надо как-то включаться к нам в бой. Они не дают мне гемы, что ли, не могу понять. Да, они так это, решили поконтролить здесь. Забираем, сматываемся. Уходим. Уходите, блядь. Роза, куда лезешь? Пиздец. Розочка, проебала розочка, бонус. Так, Леха. Я то же самое. Атач. Да, атакую. Заберем, так, нет? Так. Нет, Лех, теперь ты, твоя очередь забирать это все дерьмо. Меня разобрали. Все, короче. Фейл, они убегут. А, нет, ну да. Жаль, было сложно. Зачем как-то пошла Роза в бой, вот объясни мне. Я не понимаю вот это, блядь, тоже не понимаю вот это всегда. Сиди ты возле есть... базы, блин. Сиди ты возле Давай. Базы и все, блин. Нет, вот рвануло, блин. Ну вот рвануло и сфейлились. Да. А вот это вот еще бесевая фигня, когда ты туда начинаешь идти отбирать эти гемы, и ты начинаешь такие ошибки делать уже, знаешь, ну просто напролом, блин. Да. Пойдем. Потом поставь режимчик этот зоны. А. Так, слушай, ты что-то... А, это не ты, ё-моё, я привык, что ты за динамайки играешь. Я увидел этого навозника, он тут решил побренчать на гитаре, это... А чё, опять пукал, что ли, здесь? Да. Я смотрю, что не пойму, что ты... Точно, пука. На гитаре тут бренчит, блин.
Это оказался похуй, блин. Твою же налево. Я только сейчас увидел, что там этот находится, портал. Фига, меня там разбабахали. Что-то я тут вообще, ребята, теряюсь по-черному. Подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Меня смущает звездная болезнь камеры. Она меня сбивает с панталыги. Куда этот ублюдок идет? Пока этот вшивый. Че ты там? Ты че там на толчке сидишь, что ли? Звуки, ёпта, у тебя происходят. Я всегда, когда в Brawl Stars играю на толчке. Так я и даже там икру давишь, ёпра, с этой, блин. Ёпта, ебать. Их тяндры метают, блядь. Опа, хорош. Вот это Димыч. Димыч прям красавчик. Офигеть. Так, красавчик, ты сейчас подставишься. Да ну, а что делать-то? А Димыч его заберет. Димыч сейчас немножко поконтролит эту точечку. Подконтролили точечку. Молодцы. Прижучили вас, да? Я смотрю, вас прижучили хорошечно там. Да, прижучивает прям знатненько так. Опа, опа. Да опа, и меня опа. То же самое. Нет. Я не понимаю, ой, если у вас была целая куча. Отбил кристалл. Я вижу, что ты отбил. Этот робот говнострач, блин, он меня бесит уже. Подойдите ко мне сюда, блин. Улё. Сейчас. Так, а потому что у меня тут вдвоем, извини меня, танцует. Не, фейл. Проиграли. Фух. Чё-то меня расстраивает. Я возьму этого чмошника, попробую за него поиграть. Нет. Выйти. Хотел так, сменить героя. Все. Ну, все, вышли. Так, отлично. Динамайка я не буду брать, я возьму кольта, попробую им. Давно не играл. Давай. Поехали. Заодно гляну ящик. У тебя, так, кстати, это, Макс выпало. Что? Макс выпало. Что выпало? Макс. Ну, выпало, да. Ты за нее не играл еще ни разу? Нет. А что, стоит? Поехали. Ну, я думаю, да, попробовать. Ну... Не сейчас, потом. Она первого уровня, она не прокачанная. Ну давай. Поехали. Да. Давно за кольта не играл, сейчас, наверное, будет фиговенько все. Сейчас я пойду, наверное, в портал сгоняю. Какой? Какой портал? Который называется туалет? Портал он сгоняет. Поехали. Опа, понял. Я вас понял, ребята. Ах ты, суки. Тихо. Путин немножко дебош там не навел. Отлично. Так, это кто там? Роза у нас на куче навоза. Зачем? Это наш, что ли, там прыгает? Да, я там тут. Я там потихоньку. Зачем? Навожу дебош. А зачем? Ну я им там жизни там отнимаю. Хорошенько. Кого-то забираю, кого-то. Ты главное сам там не забери. Ничего, нормально, все. Я-то вижу, мы тут стоим в фарме в эти. Может, навожу потихоньку. Не, нормально все. Мы просто им не даем этот. Во-во-во-во-во-во-во. Вот гемчики-то я и профукал. Не даем продолжаться. Которые были у меня. С краном. Так, остался всего лишь один гем нам. Получить и все. Все, отлично. Все, попробуйте собрать его. Все, мы отступаем, ребят. Догоняй этого. Гандашвили. Гандашвили не стал догонять? Догоним. А вот так вот догоним. 3, 2, 1, Роза, пока. Хорошо. Слушай, ну чё, ты там широку дал, нормуль. А чё как-то? Ну давай ещё разочек. Давай. Варианте. Поехали. Поехали, попробуем. Так,
Надо счет вести. Нам нужно с тобой больше побед, чем проигрышей. Сейчас у нас, по-моему, 2 или 3-2. 3-2. Больше проигрышев, по-моему. Все равно нам надо еще наверстать. Ты опять, как всегда, свой сортир. Да, в сортир. Так, Мортис. Оу, ё-моё, я думал, что это ты. Фак, а это Брок там. Кстати, Брок. Раньше мой самый любимый персонаж был. После Эль Прима. Если честно. Так, Мортис сзади тут копошится. Ну да, там. Сейчас я его выкурю, ребят. Куда ты там выкуришь-то? Выкурил, блин. Да, против Мортиса, конечно. Эти, у меня патроны кончились. Пока у нас, да, все нормуль. Что-то мне задолбало статистику-то портить. Да хорош со своим шариком. Так, Брок сзади там, ага. Что? Ща. Пускай этот Мортиса. Все. Там у тебя он Ольд. Что-то скакал там, что-то. Нормально. Помахал этой метлой и улетел. Сраный Гарри Поттер. Так, тихо. Оу, гемы заберите. Шикарно. Все, пускай он, короче, бегает с этими с гемами. Я надеюсь, он будет нормально бегать, а не так. Нормально. Страдать. Надеюсь, из портала сейчас. Пойду заберу. Отлично. У меня, естественно. Так, пойди. Куда он пошел? А, это ты там бегаешь? Да-да-да. Ты спрятался? Правильно, вот и сиди там. Они тебя все равно не видят. Они тебя потеряли. Главное, плохо подойти, потому что это. Ко мне подойти. Там. Бью так. Слушай, больно. Раньше же не было никаких порталов на нашей территории. Откуда сейчас порталы появились? А вот добавили в игру это все. Ну что, продолжаем? Давай. Погнали, конечно. Ну что, неплохо-то идем. Хорошо, я просто думал сейчас за территорию. Ну сейчас вот, сейчас проебем здесь, и потом пойдем территорию. Проебем. Мозгиси только. Тихо, опять бибип. О, девочка-пылесос тут. Хуесос. Нифига, пылесос, тут и кактус. Анонимус, ё-моё. Меня подрезали. Давай вон того чувачка, который там сидит. Давай заберем гемы эти забрать надо. Забирать. Так, ты там спрятался, я тоже спрячусь. Кто не спрятался, я не виноват. А, ты шлюха. Кактус, да? Да нет, это бисексуалка. Это швабра любит пакости. Забираем гемы, уходим. Ты там не подставляйся, главное. Я буду сборщиком. Все, пошли отсюда. Все, съебались отсюда. Пошли, вот здесь вот портал. Вот сюда, вот туда встанем. Пойдем спрячемся вообще. Кактус там за тобой смотрит. Я пошел. Кактус там. Так. Ну и все. Вот отлично. И все, отличненько. Найс. Прям было хорошо. О, Лёхич, прям красавчик вообще. Так ё простые. Потихоньку разогреваюсь. Потихоньку. Поехали еще. Поехали. Слушай, прям дело идет. Идет. Вспомнил, как за Кольта играть. Так, ладно, я сразу в портал. А, да почему? Ты что там, через портал? Любитель черных дырочек? А, ага, два гема мои. Так, тихо. Так, давай спрячемся нафиг. Я понимаю, что они хотят сделать. Ага. Пайпер меня там выслеживает. Это было наказание.
Фу, блин, то вы тут вдвоем, я думал. Так, уходим, уходим. Ау. Что такое? Что там тебе? О, Пайпер меня наказала. А этот стоит. Этот стоит. Ныкается почему-то, я не знаю почему. Зачем он так делает? Это ты, тебя опять подбили. Меня я Пайпер, там, короче, так... наказала. О, что она тебя наказала сейчас? Ох, Лёха, хорош. Опять Пайпер наказала, да что за фигня? Ребята, у них один гем. Все, они ведут. Забрал. Ведут, я красавчик, сейчас, красавчик. Я сейчас веду. Опять что ли они? Да. Твою мать, а? Не заберете, да? Не успеете. Да блядь. Ну, я так и понял. Через портал надо залетать к ним. Да какой портал? Я Пайпер не могу. Как она меня подлавливает? Я не могу врубиться этого. Все, фейл. Последняя секунда, да. Нет. Не успел забрать. Чутка не успел. Мог забрать бы этого конюха, но не получилось. Да. Она еще хочет играть с нами? Кто? А что, обычно уходят, да? Обычно, да, всегда проиграешь там. Сваливают. Но это прям хочет дальше играть, ну окей. Блин, как вот меня бесит, когда я путаюсь в персонажах. Смотрю на кого-нибудь из вас, блин, и играю типа его, и думаю, блин, да какого хрена. Попробуем сейчас. Так, роботека тут первым у нас. Оу-оу-оу-оу. Минус. Ё-моё, разобрали, а. А ты-то где? Я не пойму, а, Илюх? Я вот здесь стою. Зачем же он там вперед-то идет так жестко? Конечно, он там, наверное, там. Ё-моё. И этот просто лавры собирает, а? Чё-то я не могу понять, ребят. Нахрена так делать? Забираем их, награды все наши, все. Так, давай-ка отойдем. Вот зачем ты туда полез, а, Илья? Да откуда я знаю? У тебя 5 гемов, блин. Сейчас, подожди. Ты опять начинаешь фигней страдать. Так, отлично. Все, сваливаем нафиг на нашу территорию. Да, да и все. Да. Я здесь постою. Стой там. У меня 4 гема. Вон они идут. Ну, нормально. Отлично. Фу. Отыграли. Хорошо. Отыграли мы на эту победу. Просто 777. Погнали. Я получу сегодня 13 ранг на Кольта или нет? Так, ну ладно, поехали. Слушай, ну неплохо идет. Все равно неплохо идет. Даже очень хорошо. Ну, пока, я думаю, где-то на равных идет. По проигрыше и выигрыше. Да там нет, там, по-моему, больше выиграли. Побаще? Да. Я понял. Блин. Пенни. Понятно. Ау. Отлично. Ай-яй-яй-яй, гном. Шахтер тот. Шахтер сраный. А ты-то где? Ты опять, как всегда, тут позади. Я там это, просто дебош навожу. Я не вижу дебош, я вижу, что ты здесь сзади где-то бегаешь. Без... Опа, да заберу. Так, теперь мне нельзя, ребята, выпендриваться. Выпендривайтесь вы сами. Суки. Прижимаю твари. А, ты еще делаешь? Говна кусок. Сраное. Молодец, говно, отлично. А? Прикрыл. Раз, говно, блин, а? Переходящие гемы, я смотрю, у нас тут. Переходящие. Ну, нормуль. Так, сколько у нас гемов? Блин, мне не видно, мне камера прикрывает. Давай, 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 прижучивай этого.
Да ёпперсете. Давай, давай, отлично, отлично. Забрали, отлично, забрали. Забираем. И сматывайтесь тогда, если забрали. Сматывайтесь, говорю. Чтобы ее не видно было. Все, отлично, она съебалась. Мне терять нечего, поэтому я буду уже здесь стоять. Так, так. С этой шлюшечкой мы разделались. Отлично. Всё, хорошо. Я уже просто, знаешь, иду, уже пофиг, я вижу, что у вас гемы. И туда, лишь бы они на меня отвлекались, лишь бы тратили свои суперудары. Ну вот, совсем другое дело. Столько. Пошло прям, слушай. Прям очень хорошо получил. Ну, я готов еще, поехали. Слушай, и он готов. Просто 777 да. Готов. На все готов. Может, вкурил фишку все-таки. Тут вот, блин, тут этот... Команда пидоров, по-моему. Ну, вы поняли. А, нет, 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 ребят. Ну, это Пайпер, блин, здесь. У нее, если она попадет в тебя, блин, своей вот этой пулей, блин, она дамажит офигенно. Ау. Нет, ну, не гей-пик. Это полугей-пик. Какой-то, я не знаю, там. Так, а ты-то сам где? Я здесь по порталам тусую. Я не вижу тебя вообще. Вот мы деремся, я тебя ни разу тут не увидел. По порталам, говорю, тусую. Так, а нахрен твои порталы? Был бы от них толк бы от этих порталов-то? Нифига себе, как бы был бы толк. Я тут дебош навожу. В Орленку. В Орленке? В лагере в пионерском, да? Или в концлагере? Орленке, блядь. Вспомнил, блин. Я просто это вспомнил, это как это называется. Не знаю, что-то не автоатач. Мне тогда сказали, не автоатач, Рэй, не автоатач. А как тут не автоатач, когда у тебя нервы чертовой бабушки на пределе? Сжимают там твои ягодицы. Сжимают булки, блин, понимаешь, блин? Чап. Желобки. Все, уходим, ребят. Жопа, как... Сжимайте желобки. Так, я... Вот так. Эти говношвили я тут завалю всех. Гандашвили, да. Правильно, так и надо. Не высовываемся. Не высовываемся, он полез. Не, ну он решил, видимо, он устал от того, чтобы... Ты, я вот вижу, чтобы ты был этим лидером. Но я и не хочу быть лидером. Я так А надо? Я лазю. Надо. Я по порталу лазю там. Мне вот это сразу, как ты говоришь, по порталам, не знаешь, как в одно очко... Лёха, Лёха, нажми. Чего? А, что случилось? Не нажал играть. В плане. Ну дальше играть, нажать там надо было. И мы были опять. Я заговорился просто. Бывает, ничего. Так, у меня большой ящик, сейчас открою его. Посмотри, что там выпадет. Открывай, конечно. Там крем для бритья, носки. Так, Макс невероятно быстро. Она стреляет из скорострельного балластера, ее супер. Так, давай я попробую. Я не играл за нее. Попробуем. Просто гляну. Так, ну что, да? Режим какой? Этот же оставляем или поехали захват этих? Подожди, давай, горячая зона. А горячей зоны нет. Нету горячей зоны? Тупно, да, сейчас. Есть ограбление. Морг GG. Не знаю, карты. Я этих режимов не знаю. Морг GG, что это такое? Ограбление, это ломать эти... как он? Сейфы. Сейфы? Надо. Ну слушай, что, пойдем, подожди, нет? Тут ограбление морг GG и есть еще одно ограбление. А это ограбление карты, которую создал кто-то из игроков. А, понятно. А что за награда за поимку? А, это и есть зона, да? Награда за поимку, кстати, тоже неплохо. Давайте посмотрим, какая там карта. Здесь надо чисто это стараться убивать, но не умирать. То есть, у кого больше там набито звезд, тот и выиграл. А, все, я вспомнил, ага. Ну что ты я там? Думаю... Ну, выбирай, да, я любой, думаю... можем кристаллики поюзать. Поехали, наград за поимку. Я бы еще с этим просто бы побегал. Неплохо было. Просто видишь, я взял нового персонажа, и пока я сейчас пойму... Давай, ладно, сейчас решим вопрос. Тут много кустов. Во-первых, я не знаю, что тут надо делать. Просто убивать врагов. Звездочки собирать нужны, нет? И, ну да, звездочку собрали и стараться не умирать.
что у нас за ульта? Это что такое? А, я просто ускоряю. Да. Ну так себе. Не, нормально, нормально. Ульта хорошая. Вонючка ты! Ну, что американская. Там, блин, снеговик сраный. Что-то у вас уже там нормально так? Звездочка, я смотрю. Там... Да нет, звездочек-то мало, блин. Так, отлично. Пока немножко не догоняю. Сейчас, сейчас, сейчас. Вау-вау-вау-вау-вау. Отлично. Что вы делаете? Я бегаю как этот, как супостат сам по себе. Это режим такой, бегать как супостат. Вообще не пойму. Просто убивать врагов надо, и все. Да, да, да. И пытаться не потерять звезды, которые... Ну, не, ну, пытаться не умереть. Короче, понял я. Слушай, этот снеговик вшивый, меня уже достал. Окей. Воу, у вас там звездочек-то уже по-солидному. Я там, да, ты-то у тебя много. Там вообще там шикандосик. Хапанул. Так. Давайте, навозиков валите. Каким навозиком? Навозником, говорю. Говорю, навозников валите. Снеговик вот этот, конечно, парит своей вот этой фигней скользкой. Он, да, блин, закидывает там знатно. Ну, и кто выиграл? Выиграли. У нас 29, у меня 9. Ты тут нахапал. Конечно, они сами ко мне лезли. Как-то так себе, если честно. Вот. Давай еще сыграем разочек. Ускоряшка? Нет, я не про режим, а про персонажа. Какой-то, ну... Калет. Она, знаешь, какая прикольная? В том смысле, когда вот там куча кристаллов где-то валяется. Чтобы догнать. Она ультой своей, опа, все кристаллы пособирала. Нет, ты не понял, я про своего персонажа. А, про ты космос. Про это. Про космос. Или как ее там звали? Макс, Макс. А, Макс, ё-моё. Про космос, чё? Космос у меня в голове, блин. Так, хорошо. Это, конечно, они тут молодцы, да. Шлепнули мы эту тварюшку. Сейчас я по кустам тупаны пьюсь. Ага. Не паны. По кустам. Пальца. Вот так. Хе-хе-хе, оу! Кусок говна вышел, блин. Отлично. Больный. Нормуль. Я звезды, конечно, растерял знатненько, если честно. Да ничего, нормально. Мы пока что лидируем. Не знаю, о чем там лидируем. Выиграем, выиграем пока. Зачем надо было залезть в это дерьмо, блин, в это биополе? Вшивое, убейте вы эту... Так, этот бочонок достал меня уже. Вот она. Вот он со своим биополем. Ну, не биополем, у нее там это... Ну да, это поле, которое замедляет. А, замедляет? Оно, по-моему, еще урон наносит. Нет, наносит. Блин, я все звезды растерял, блин. Так. Хорошо. Макс, Макс, Макс этот. Сейчас я тебя достану, блин. Так, вон он. Не автоатач. Не автохерач. Мы проигрываем, наверное, да? Выигрываем. Валим, 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 валим. Да как ее валить? Валим, валим. Не-не-не-не-не-не, идите, все, мы победили. Все, отлично. Ну я как нубс. Нубс. Да не, нормально, все. Они там давили нас, пытались поджать, но все у нас было хорошо. Ну что, еще играем? Второй уровень получает, точнее, ну, ранг. Ну да. На своей. Поехали. Так, подожди, да, я, наверное, сменю персонажа. Давай. И заодно еще открою этот. О, большой ящик. Ну-ка. Так, 47 монет. Шелли. Бул. Пайпер. Ну и все. Скудненько. Скудненько. Так, давай Макса я заменю. Может быть, Леона взять.
А вот эта вот сбитая фигня, да, как ее звать? Биби. Плохая Биби. Плохая, да? Плохая, вполне неплохая, но на любителя. Мне она не очень нравится. Возьму Брока, надо добить ему этот. Вчера себе у тебя скины какие тут есть. А чё? Да, блин, у меня... Что ты? Ну да. Речи, речи. Речи. Как тихо. Брок, он хорош, конечно, не спорю, но он такой ватный в плане ХП. Ну, зато вот такой больно. Ну, он больно такой, особенно его ульта. Ой-ой-ой, Лёша, что-то что делаем? А что делаем-то? Так больно атакуем-то. Да ё-моё, он достал. Суки, а? Чё, бомбанули? Ах ты, вороний глаз здесь, оказывается, сидит. Шоколадный глаз, хотел сказать. Так, отлично. Варан сам изовали. Как, да? А как? От чего я там погиб? Воронца. Воронец, голубец. Слушай, тихо. Он меня бесит своим вот этим отравлением идиотским. Воу, воу, воу. Валите, вот он, говнюк, вот он здесь. Далеко не убежал, паршивец. Где звезды понабили. Так правильно, этот бегает что-то вообще, хоть помог бы, хоть маленько бы. Так, один только, и одного тебя вижу, этот летает, вообще ничего толком не делает, честно. А, него атакует, пускай атакует. Главное сейчас не просрать бы. Зашибись, это. Меня опять снесли. Что это за супер-пупер ульта такая была? Ау, блядь. Я пытаюсь. Давай уже за ногу, а. Че, проигрываем, вот, да? Проигрываем. Нам бы сейчас бы кого-нибудь забрать бы. Из этого сраного говна. Они уворачивать начинают, да. Зачем мы туда сунулись? Я не знаю. Ну, ладно, проиграли. Это потому, что я взял Брока. Это потому, что взял Брока. Да, я тебе говорю, Брок это... Хотел набить ему ранг. Попробую еще. Ну давай сыграем. Давай сыграем. Не, мне нужно ему набить 11 ранг. Тут осталось всего лишь, ну, 5 очков. Можешь чередовать гемы с зоны, гемы, зоны. Давай, чтобы давай. Не предалось. Погнали. Я просто некоторых стримеров иногда смотрел по Бравл Старс. Они там, знаешь, там, без остановки одни и те же режимы играли. Нет, я не спорю, ради бога. Можно играть. Просто когда ты долго играешь, ты уже начинаешь эту, ну, это по крайней мере я так думаю, начинаешь уже терять хватку. Да, начинает приедаться все это. О, булыч здесь. Угостим. Хорошо. Еще. Хорош. Жду. Так, отлично. Этого говнюка мы забрали. Так, этого тоже забрали. Так, это Джин, что ли, идет? Бегает тут. Это Джин бегает или кто? Ау-ау-ау! Булыч тебя, да? Накрыл. Пидорас, блин, завалил Булыч. Меня. Дарюга ебаный. Я понял. Булыч, да, он может. Ну, сейчас я его... Ой, нихуя не отомщу ему, блин. Хотел отомстить ему. Погнали. Вот и все. Так. Все. Хорошо. Так. Вот сейчас нам оставят. Армуль. Отойди, отойди оттуда, Люк. Ушел. Так, что это тут летает? Ну да. Ну что, пора угасить, наверное, ребят. Ну давай, угощай. Так, отлично. Ой, хорош. Леша, по красоте. Нормально, да. А как ты хотел-то? Фаршет. Просто в фаршетцах там порубал. Это называется дуплетик, понимаешь? Обойти сзади и накернить.
Вот. 11 ранг я получил, как я и хотел. Так, теперь я... Чего ты? Я меняю перса. Подожди, у меня тут этот ящик большой. Бери, бери, открывай, может что выпадет. Так, а у меня что-то моргает. Заберите 50 монет, говорят. Забираю. Так, ну что, Брок. Так, ну я думаю... Слушай, а здесь максимальный уровень какой? Не знаю. 20-й? Сейчас не мог. Нет. Нет? Ранг? Ну да. Или ранг. Сила? Ранг. Ранг, там 35-й есть там. По-моему, 35-й максимальный. Я не знаю, я играю в игру так же, как и ты. Ну, честно, знаешь, так. Так, слушай. Дэрил, это кто у нас? Это бочка, по-моему, да, Дэрил? Да. Пойду-ка я Леончиком сыграю. Ну что, Блэк Барсик. Поехали. Поехали. Ой, там сейчас это же у нас. Чё? Гема, да? А что, а ты что, взял гемы? Ну да, поставил гемы. Пойдет с пивком. Так, ё-моё, у них роза, блин. Нехороший, конечно, совсем я взял вариантик. Еще и кольт. Еще и кольт. Нормуль. А, так. А вот у меня херовенько. Это кто? Словакия. А. Достал ты меня. О, хорош, Лех. Отомстил я. Красавчик, так, а у них по гемам-то. У них по гемам-то все плотненько идет. Плотненько, да, но сейчас мы тоже устроим плотный прием. Пока не вижу никакого плотного приема. Вижу, вон там он хмырь. Вот, видишь, да, хмырь? Я вижу эту. Крокозябра. Сейчас я его попробую. Блин, по порталам. Ну как и ты! Любитель по порталам. Черные дыры посещать, блин. Да какого петушары, блин, ну... Блин, вот что мне не нравится у Леона, что у него только лишь вот эта вот фигня. Невидимкой. Ну там можно его просто предугадать. Стрельнуть наугад напередок и все. Напередок, блин. Напередок, блин. Слабый напередок. Так. Блин, он достал уже. Все, отлично, ребята. Так, сколько нам остается? Еще два гема и все. Нас где-то тусует здесь вот... Дура, которая на этой, на попрыгушке такой. Я она понял, она ждет момента, чтобы... Такой засран. Все, уходим, ребят, уходим. Вот теперь надо сейчас кусты пробивать. Или, подожди, или она в этом... АФКшит. Не знаю. Не играет. Вон она. Вон она идет, вылезла. Дура. Все, четенько. Да, Яндекс.Еда. Delivery Club. Причем здесь Яндекс.Еда? Хули знает, я не знаю, мне всегда, когда вот, знаешь, такой, кто-то там выползает с этими кучей кристаллов. Просирает их нахер, короче, знаешь. Так. Ну что, снова? Да. А, Лех, ну у меня, короче, тут это, мне надо заканчивать, мне бежать надо. Ради сейчас, бога. Секунду. Сейчас, секунду. Нету у нас секунды, парень, нету. Макса. Вы что делаете, Лёх. Ну, мне надо заканчивать. Ну, все, сейчас эту партию. Ну, ты уже пошел, да, короче? Да, я побежал, наверное. Ну, ладно, ладно, давай, давай, Илюк. Меняюсь, конечно, что так получилось. Да ничего страшного, чего? Получилось, ну, все равно. Хоть неплохо все равно поиграли. Нормально, так что поиграли. Я думаю. Все, Илюк, спасибо за игру. Вам, Лех, тебе тоже огромное спасибо. Так, мы будем закругляться. Тут-то понятно, мы про... Нет, тут еще нет. Проиграем эту каточку. Вот, да, проиграем. Нет, проиграем, потому что ты сейчас уже уходишь, поэтому мы в любом случае ее проиграем. Так что извиняюсь. Ладно, я побежал. Давай, давай. Спасибо за игру.
с него. Так, ребята, я остался наедине со своей болью, блин. Ну, тут понятно, они сейчас заберут эти гемы. Илюха все равно что-то играет. Играет все равно еще. Воу-воу-воу. Как бы неплохо, но и в то же время я сфейлился по гемам. Эх, моя родная. Да, немножечко обидно. Ну, я думал, что Илья уйдет. А он еще, видите ли, решил подыграть там. Да. Если бы сказал, что хотя бы доиграет этап, возможно, я бы не рвался в бой. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.